80. Второй. Но это с большой кабиной. Фонари не знаю. 8 шпилек, новый мост. Крыло уже варили, лепили. Чем он отличается? О, разбитый палец есть. Ну, посмотрим, какие там будут. В магазине буду поеду покупать. Ну че, отлив под дозатор сейчас с той стороны. Все. А, и ну, номер с этой стороны. Хер знает какой. 80. Включения нету, пружинки. Это же на новых, что ли, как? Сейчас посмотрим. Резина частая, елочка. А на этом джелоне нету номера. Насос уже другой. 60-й, что ли, двигатель. Переключение, включение. Кабина, мост. Что-то там уже вон крутили, вертели. Баки. Это вроде как железный. Смотрю, сошло. Думал, пластиковый. А сейчас как непонятно. Сейчас скажу, какой. 82/1, 7-й год. Рамки. Эти фонари. Ага. Внутри, ага. Снутри он крепится. Я смотрю свою старую кабину. Сделать новый. Ну, вот такой он. 2-1. Это неплохой. До ума довести тут. Эти прикрутили за капот. Непросто. Нагрев, конечно, сильный стоит. А, даже закрытно. Пружинка сверху. Крышка со щупом. Вот пружинку же прилепили. Интересно, мало. Вот такой вот и кара. Заострили ее. Тюки.